Здравствуйте, Михаил. Это видео про ваш объектив. Вот он, ваш объектив Гелиос 81М с установленным одуванчиком Лушникова. Сейчас я сделаю проверку одуванчика и объектива на моих камерах Nikon. Вот камера Nikon D70. Смотрите, очень аккуратно вставляем объективчик с одуванчиком в камеру. Совмещаем красную точечку или средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Немножко прижимаем. Поворачиваем против часовой стрелки. Защелкивание. Я запрограммировал фокусное расстояние 52 мм. К сожалению, в одуванчике можно только 52, потом 55. Но это не имеет значения. 1 мм в фокусном расстоянии. И диафрагмы от 2 до 16. При работе с камерой, с одуванчиком, установленным на объектив, в камере выбирайте режим съемки IFS. В этом режиме работает ловушка фокуса. То есть пока нет фокусировки, вам затвор не сработает. Вот видите, сейчас я нажимаю кнопку затвора, он не срабатывает. Если, вот смотрите, я начинаю крутить кольцо резкости. Если сейчас посмотрим видоискатель, мы увидим, что загорелась центральная точка. Вот. И вам идет подтверждение светом и звуком. Если вы видите, что кадр немножко передержан, соответственно, вы нажимаете кнопку экспокоррекции или недодержан. То есть работаете точно так же, как с любым автофокусным объективом. Вот, и также вот на полноформатной камере. Здесь вот в этой камере даже видно вот фокусное расстояние 52 миллиметра. Обращайтесь с объективом аккуратно, с одуванчиком тем более, и он прослужит вам долго. Кольцо фокусировки двигается очень хорошо, мягко. Диафрагма работает. Прыгалка прыгает. Одуванчик полностью целый, запрограммированный. Вот. Диафрагмочка золотистого оттеночка. Задняя крышка. Передняя крышка. Вот и пластиковый тубус. Сейчас я это все упакую и отправлю сегодня вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.